Продолжение получила скандальная история с народным артистом Александром Панкратовым Черным. Правоохранители завели на известного актера административное дело за дебош в самолете рейсом Барнаул-Москва. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором известный актер эмоционально выступает перед пассажирами самолета, пытаясь объяснить суть конфликта с бортпроводниками. Он собирает подписи пассажиров, которые подтвердят, что Панкратов Черный был в неадекватном состоянии. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины, с Алтая. Чуть позже представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию нашим коллегам. В среду 17 апреля пассажир класса «Бизнес» Александр Панкратов-Черный явился на посадку в числе последних. По внешним признакам находился в состоянии опьянения. Просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочный талон проигнорировал. Самовольно прошел в салон и сразу же потребовал принести спиртные напитки, сопровождая требования нецензурной бранью. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна, в связи с создавшейся угрозой безопасности полета, господин Панкратов-Черный был снят с рейса и передан полиции. Теперь народному артисту придется ответить по статье «Мелкое хулиганство». Она подразумевает штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, сообщает информагентство ТАСС. Сам Панкратов-Черный своей вины в произошедшем не признает. Что Панкратова в родном Барнауле высадили из самолета, это как же можно? Как не стыдно меня на моей родине позорить. Это явная провокация.